Добрый вечер. Сегодня мы снова говорим о городском ЖКХ. В первую очередь хочется это подвести первые итоги. Заработала наша эта коммунальная скорая помощь. Заработала очень активно, очень хорошо, много звонков, много вызовов. И самые это положительные отзывы, как в социальных сетях, так и диспетчерам и на месте мастерам. Что говорит о том, что начинание это на самом деле хорошее и полезное. Также начал работу наш общественный контроль, уже состоялись выезды первые. Я думаю, мы тоже совсем скоро это опубликуем. Я еще их сам не видел. Также на этой неделе было несколько новых кадровых назначений. Новый руководитель в ЖКС Черемушки и новый руководитель нашего ТКП ТГУ. Новым это руководителем стал депутат городского совета Анна Позднякова. Что хочется отметить, в нашем это ТГУ очень много хороших технических специалистов, много технических хороших это кадров. Но не хватало вот именно хорошего менеджера и финансиста. Я думаю, что Анна сможет стать именно тем дополнительным нужным звеном. И учитывая, что совсем скоро Новый год, всех жителей и гостей города хотел бы позвать это покататься на новогодних, на трамваях и на троллейбусах. Ждем вас. Первый выезд будет 19 декабря и аж до Рождества. Увидимся через неделю. До встречи.